Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию снайперов в Майнкрафте. И сегодня вместе со мной с вами хотят поздороваться Мия. Здрасте. Монстр. Всем привет. И не поверите, честное слово, Константин Петрович, которому мы наконец-то установили мод, и он наконец-то смог зайти в Майнкрафт спустя 2 недели мучений. Подать на пропитание, вот. Никича, к сожалению, сегодня нет. Но когда он вернется, он будет с нами играть, и мы будем играть в пятером. Фух, я выдал всем новые снайперки. У нас будут новые прицелы, потому что это единственный прицел, который у меня не лагает. Короче, пацантре и, естественно, наши любимые пацанессы, которые уже заворожили сердца миллионов. Мне кажется, то, что Мии, вот честно я вам скажу, я читаю все комментарии, Мии и Монстр уже раз 10 в комментах делали предложение. Мол, Эдисон, ты знаешь их номер телефона? Эдисон, скажи, пожалуйста, где... вернись. Короче, кто хочет познакомиться с Монстр и Мии, обращайтесь ко мне, я вас сведу потом как-нибудь. Если они, конечно, сами против будут. В общем, первый раунд, прячемся и тестируем новые снайперки. Я хочу похвастаться перед тем, как мы начнем раунд, то, что у меня золотая снайперка, кто не знает. Вдруг кто-то не знает, может кто-то не знает, а может кто-то знает. А кто не знает, золотая снайперка, это означает то, что я выиграл в прошлом раунде, поэтому я большой молодец. Прием. Как слышно? Все замолчали, все сосредоточились на том, чтобы выиграть, да, как я понимаю? Ладно, игнорьте меня, ладно, я с вами разговариваю, меня все игнорят. А еще у тебя я хочу попросить поставить огромнейший лайкусик, прямо сейчас подписаться на канал, если ты, конечно, хочешь видеть новые серии снайперов, ты знаешь, что нужно делать. Тацу, подождите. Кто, кого, куда, я ничего не понимаю. Подпишись, пожалуйста, прямо сейчас на канал и поставь лайк. Ребятки, сколько нужно набрать лайков прямо сейчас на этой серии снайперов, чтобы вышла новая? А? 25 тысяч. Вот, ну давайте наберем 25 тысяч прямо сейчас. Я обещаю то, что мы запилим новую серию снайперов. Поэтому все зависит только от вас, если вы, конечно же, прямо сейчас поставите лайкусик. А я сейчас постараюсь хотя бы завалить... Ой, твою мать. А я сейчас хотя бы постараюсь завалить того, кто стрелял. А, потому что я пока не представляю. Мия, мне почему-то кажется, или ты играла на F5, не? Нет. Хорошо. Я так обрадовался, то, что тебя убил, то, что аж на монитор плюнул. Утка у нас минус уже, получается, да? Ага, это кто где откуда стрелял? Опа-на. 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 Вы почувствовали эту угрозу с неба? Вы почувствовали, как вам на голову начали падать холодные капельки дождя? Вы почувствовали, как свинец втыкается в вашу голову, Константин Петрович? Все отвлеклись так. Я не понял, что меня опять один оставили? Ну, блин. Ладно. Ничего страшного, ничего страшного. 1-0-0-0. Ладно, как я понимаю, у нас тут просто небольшая проблема. Вы не обращайте внимания. В первую очередь, все прекрасно знают то, что я люблю заговаривать язык, когда я кого-то вижу или я кого-то ищу. Но вы можете даже не отвечать, вы можете просто молчать. Проблема в том, что я очень сильно, конечно, за это извиняюсь, но мы записываем ролик в 10 часов вечера по Москве. Ну, у кого-то вообще... 12, да, монстр? Да. У меня вообще 2 часа ночи, кто не знает. Но прикол в том, что мы должны разговаривать шепотом. Ну, хотя я тоже на самом деле должен, потому что... Давайте подведем итоги. Если монстр будет громко разговаривать, то ее отшлепает папа или мама, да? Верно? Нет, на самом деле у меня никто не спит. А, ну окей, ну просто хорошо. Ну не знаю, но в любом случае громко разговаривать ночью нельзя. А если Мия будет громко разговаривать, тогда ее тоже кто-то отшлепает, да, Мия? Ну мне так кажется. Нет. В смысле, а что ты тогда тихо разговариваешь? Я что знаю, меня всегда. Ну ладно, окей, хорошо. А, ну, Константин Петрович на самом деле вообще. Кто-то до меня уже спулил, да?
тебя не видела! Ты меня не видела, а я тебя видела, вот в чем прикол. Я два раза в тебя стреляла. Так в смысле, ты меня видела или ты меня не видела? Ты мимо меня два раза пробежал. А, ну хорошо. В общем, а Константин Петрович вообще не разговаривает, потому что... Ой, ты что там забыл, Константин Петрович? Я услышал, как ты упал, такой пробежался, такой в спину тебе выстрелил, здорово. А, в общем, что... Ладно, я молчу. Мия, Миюшка. Я думал, кто рядом? Ну вот, я тоже думал, кто там шандарахнулся? Это, оказывается, Константин, наш любимый Петрович. Любименький наш Петрович. Мия, в общем, смотри. Разговор к Мие. Мия думает. Мия, она сидит, думает. А лучше не думать, потому что когда ты думаешь, ты отвлекаешься. Ладно, хорошо. А продолжим нашу историю в следующем раунде. Reloading this bitch. Третий раунд получается. Я не закончил свою историю с предыдущего раунда. Пока все молчат, пока всем нельзя разговаривать. Монстр загорит — нельзя, потому что ночь на улице. Мия загорит — тоже нельзя, потому что ночь на улице. Константин Петрович вообще не разговаривает, потому что у мамки всегда возле руки ремень валяется. Если Костя заговорит с незнакомыми людьми, Костянчика отшлёпают. Вот. Хоть Костя со мной в реальной жизни разговаривал на игре. Ты чё? Ты чё меня напугала? Так, мне тоже как бы орать нельзя на самом деле. Я вам расскажу чуть позже, почему. Мия, ты прям знала то, что я оттуда вылезу, да? Признайся. Да, я знала, что... Да, ты знала то, что я там хожу. Окей, хорошо. Довольно опасно сейчас стало. Ладно, это уже интересно, Мия, это уже интересно. Хорошо, вот Мия здесь у нас. Где Константин Петрович и где... Ага, Константин Петрович у нас вот здесь. А где он, монстр сидит? Вот еще. В смысле? Как? Вы что, здесь с самого начала сидели и никто никого не видел? Я ее не видела. Ладно. Я ее тоже. Константин Петрович. Ой, Костя вообще где-то... А, нет! Костя, ты что, ничего не слышал, Константин Петрович, значит, да? Вообще ничего не слышал. Как-то по-дебильному выглядит на самом деле. Я так в другую сторону. Да не туда. Небольшие такие подсказки, которые вообще ни на что не влияют, потому что кто куда побежал. Ладно, вы были прям, я вам дам подсказку, в метре друг от друга. Просто с разных сторон. Кто-то сверху был, кто-то снизу был, и просто разбежались опять в разных направлениях. Па-п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 а
Я похлопаю просто тебе, Мия. 2-1-0-0. Мия просто затащила. Мия, ты сегодня сделала... Сегодня, в этом раунде сделала 3 убийства. Следующий раунд, хорошо. Мне не дадут до конца рассказать свою историю. Историю, почему нельзя шуметь ночью. Ну ладно. Вы хотите? Вот кто хочет, чтобы я продолжил ее рассказывать? У меня такой вопрос. Ага. 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 Все, все понял. Ага. Хорошо. В общем, смотри, Костя. Ты со мной дружишь, Костя? Ты дружишь со мной? Костя. Константин Петрович. Причем прикол то, что у него реально отчество Петрович. Я случайно угадал, я просто рандомное сочетание имени и отчества сказал, а Костя такой: опа, на самом деле так. Я такой: Константин Петрович, идрить колотить. Как я угадал? А что, если я скажу? Ага, не, ничего. Да, вот. Это что сейчас было? Костя, смысл? Вы стояли друг за другом, то есть за спиной друг у друга. Ты меня видел? Да?
Да. Мия, Мия, Миечка. Па-па-па-па-па-па-па. Не смей, не смей. Ааа, я уже сам знал то, что ты там. Апа! Ого. Вы опасно играете. Опасно мы играем. Ну ладно. 3-1-0-0. Но для того, чтобы ты сейчас поставил лайкусик, для того, чтобы ты сейчас подписался на канал, Микаса, можно... Да! Микаса, можно сделать еще один небольшой такой бонусный раундик. Все согласны, быстренько? Да. В предвкушении новой серии, поэтому давайте быстренько спрячемся. И колокольчик, да. Вот Константин Петрович вообще умный человек, говорит, колокольчик поставить. Вот самое главное. Бонусный раунд, который решает судьбу человечества. Мия, успокойся, пожалуйста. Костя. Костя, короче. Ладно. Я даже уже не знаю, что... Я просто играю с одной рукой. Хорошо, я ничего не делаю. Микаса, нужно как-то ужесточить правила по отношению ко мне, играть против команд, чтобы я играл один против двоих, один против троих, потому что так просто неинтересно. Хотя нет, интересно, Мия же меня убила, а Мустер в прошлой серии убила, да? В общем, смотрите. Опа, а здесь никого нет, и я думал то, что здесь опять будет Мия. А Мии здесь не было почему-то. Я знаю все нычки Мии. Я знаю, где она прячется в основном. Всегда в одном и том же месте. Костя, а что ты смеешься? Смешно том, то, что я никак не могу до конца довести свою историю. Я тоже шуметь не могу, понимаете? В первую очередь, потому что соседи будут ругаться. А в вторую очередь, Катериза спит в соседней комнате. А у нее как бы тоже есть ремень. Поэтому я на самом деле так же боюсь, как и вы, ругаться посередине ночи. Вот такая маленькая, коротенькая, не смешная история. И она была создана только для того, чтобы отвлечь вас и закукошить. Вот смотрите, я знаю, где монстр. Вот я сейчас к ней подбегаю. Найс, подбежал, спасибо. Это была не монстр, это была Мия, оказывается. Ладно, отвлекающий маневр в этот раз не сработал. Так, это была Мия, а где же тогда была монстр, у меня такой вопрос. Опа-на, где была монстр? Хорошо. Так, давайте посмотрим, что делает Мия. Мия у нас исследует всю карту. Мия бегает туда-сюда. Мия смотрит, кто прячется за этим углом. Мия, Мия... Ты молчи. Да, у меня слышно. Мия бежит, Мия вылезла, Мия посмотрела направо-налево, Мия залазит наверх. Опа, наверху, возможно, кто-то есть, но Мия испугалась, я посмотрела назад, но все же побежала дальше. Ладно, Мия у нас... исследовательница гробниц, я не знаю. Тпшимся к монстр, а монстр до сих пор стоит на одном месте. И монстр Опа. Ситуация, обстановочка напрягается. Мия бежит, монстр стоит. Что сделает Мия? Мия стреляет, монстр стоит. Монстр ничего не понимает. Стрельба слева, направо. Опа, кто куда стреляет? Еще Костя. Да тут было... Мусор все же затащила в этой каточке. И финальный счет этой катки 3-1-1-0. Константин Петрович, извините, но вас девушки вздрючили. Ничего, в следующий раз как-то, Константин Петрович, вы зарешаете всю каточку. Ладно! У нас был бонусный уровень, а бонусный уровень был сделан только для того, чтобы ты поставил лайкусик, если хочешь, чтобы вышла новая серия. Моя корона вот там на гасе, если спрашиваешь, где она. Я всем скажу огромное спасибо, спасибо всем за участие, кто был в этой серии. Ждем следующую, и она выйдет только тогда, когда ты подпишешься на этот канал, и только тогда, когда ты поставишь... Да, я знаю, что сейчас будет. Я знаю, что сейчас будет. Я знаю, да, да, как же без этого... Ставь лайкусик, я тебе скажу огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.